Белобережский детский санаторий расположен в 25 километрах от Брянска. Местность под названием Белобережская пустынь издавна славится своей красотой. Смешанный лес, небольшие, но очень живописные речушки, снежка и велья. Все это создает почти заповедную атмосферу лесного уголка. Отдыхать здесь можно не только летом. Санаторий работает круглый год. Наш санаторий может принять за летний период времени более 600 детей. В основном это дети из юго-западных районов, из малообеспеченных семей, из домов ребенка, детдомов. Ну, а также могут оздоровиться и на платных условиях, и дети со всех регионов России. Было очень много предложений с Москвы, поскольку мы автономные, но мы решили сделать приоритет все-таки и о здоровье детей нашей Брянской области. Основное направление санатория – лечебно-оздоровительное. Здесь представлен целый комплекс программ. К примеру, лечебная физкультура помогает при различных заболеваниях. Специальные упражнения индивидуально для каждого ребенка подбирает опытный инструктор. Занятия проходят в тренажерном зале спортивного комплекса. Еще здесь есть бассейн. Если у ребенка нет противопоказаний, то посещение занятий по плаванию входит в комплекс оздоровительной программы. Также в санатории большое разнообразие физиопроцедур – УВЧ, азокерин, электросон. По рекомендации врача ребенку назначается массаж. Дополнительно можно пройти курс на массажном кресле или кровати Nuga Best. А эта ярко-оранжевая комната называется фитобар. Сюда не зарастает детская тропа. Здесь дают кислородные коктейли. Помимо того, что этот напиток очень вкусный, он еще и полезный. Одна такая пенная порция заменяет 4 часа прогулки. Но все равно воздушные и солнечные ванны никто не отменяет. Ведь для детей главное игры и общение. На территории санатория оборудована спортивная площадка для футбола и волейбола. Для малышей различные карусели и горки. В санатории каждый ребенок может найти себе занятия по душе. Здесь работают различные кружки – от театральной студии до оригами. Родители могут не волноваться, детям скучно не будет. У нас несколько дней назад приезжал цирк. Очень понравилось. Здесь разные мероприятия. Например, вчера была веселая математика. Задавали задачи с приколом. Играем в футбол, танцуем на дискотеке очень хорошо. Нам нравится дискотека. Питание в санатории шестиразовое. Ежедневно дети получают свежие фрукты, соки, кисломолочные продукты. Проживание в двух спальных корпусах со всеми удобствами. Приобрести путевку в Белобережский детский санаторий можно тремя способами. Через департамент здравоохранения, через школу или на коммерческой основе в самом санатории. Стоимость заезда на 21 день составляет 14 700 рублей. Елена Смирнова, Игорь Сусло. События. Брянский район.